Живопись петербургского художника Сергея Обольса в Выборге широко известна. За свою творческую жизнь он стал участником более 200 выставок по всей России и за ее рубежами. Но с нашим городом его связывали особенно теплые чувства. За последние 15 лет свои полотна, объединенные преимущественно темой северо-запада России и европейским западом, Сергей Маркович неоднократно представлял в Выборгском замке, в библиотеке Алта, в выставочном центре Эрмитаж Выборг и в галерее на Димитрова. В декабре 2021 года его не стало. Выставка эта очень важная, несмотря на то, что она всего 10 картин представляет Сергея Обольса, но она очень важна именно в Выборге, потому что Выборг – это был любимый город художника. После долгого перерыва и после смерти художника возвращается вот он своими картинами сюда. В экспозиции «Вечное лето» в библиотеке представлены картины, написанные Сергеем Обольсом во время пленэра в 2011 году в селе Чугуево под Харьковом, месте, где родился Илья Репин. Для художника он стал важным событием, внесшим в его картины буйство красок, мотивы жаркого лета, солнца, зелени и искрящейся воды, которую Сергей Маркович мастерски писал. Традиция ежегодно проводить пленэры на родине великого русского живописца зародилась еще в советские времена. Приглашали на них только лучших художников СССР, и многие мечтали попасть в эту творческую командировку. Сергея Обольса же позвал сам музей Репина, отблагодарив таким образом за подаренную картину с изображением репинских пенатов под Петербургом. Кстати, этюд этой картины в библиотеке тоже можно увидеть. Отметим, что все работы, представленные на выставке, премьерные. Ранее они нигде не экспонировались. Пронзительной нежности лучей светило Божье землю пробуждает, и, размотав клубочек темных дней, зовет в края родные птичьи стаи. Свои стихи Ольга Киповская написала по мотивам работ Сергея Обольса. Около года назад в Выборге в межпоселенческой библиотеке уже состоялась презентация книги, картин и стихов «Рифмы живописи». Картины, конечно, Сергея Обольса, а стихи более 100 авторов со всех регионов России. И вот именно библиотека Выборги поддержала нас на первых порах. Да, и мы приехали тоже небольшим таким поэтическим десантом. И очень были рады, что вот имели такую возможность именно здесь рассказать, прочесть стихи, показать картины. Выставка работ с репинского пленэра продолжает знакомить выборжцев с творчеством Сергея Обольса. А еще позволяет лету задержаться в наших краях до конца сентября. Хотя бы на полотнах художника. Елена Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город».